начала года на железнодорожных станциях Ленинского городского округа погибло 6 человек. Трагедии произошли на платформах Расторгуева и Калинина. Именно в этих местах пассажиры облюбовали народные тропы вдоль путей. Это люди, которые оказываются на железнодорожных путях вопреки всему, вопреки тем 3 километрам забора, который построен вдоль железной дороги, вопреки всем тем ограждениям, которые сама железная дорога ставит на своих платформах. С начала августа выставлены волонтеры, это и казачество наше оказывает нам содействие, когда физически люди, вот вы сейчас тоже можете их видеть, они стоят, одергивают, делают замечания. К сожалению, никаких провластных полномочий для того, чтобы оштрафовать там или привлечь к какой-то ответственности нету, вот только уговорами. Специалисты отмечают, нарушителей стало меньше, но превентивные меры не дают желаемого результата. Главой Ленинского округа Алексеем Спасским принято решение создать на станциях такие условия, чтобы окончательно ограничить доступ к путям. А пока работы по заданному направлению воплощаются в жизнь, волонтеры не перестают словом убеждать несознательных пассажиров. В час примерно человек 20 нарушает правила безопасности нахождения. Всех предупреждаем, всех стараемся уберечь от этой опасности. Ну когда люди идут на контакт? Большинство, да, отзываются, люди идут на контакт и стараются впредь больше таких вещей не делать. Помимо волонтеров, на станциях дежурят и представители правоохранительных органов, которые, в отличие от последних, много не говорят, а просто штрафуют. И, возможно, в будущем сумма будет увеличиваться. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.